Formich. Так, мы будем искать стражницу. И не стражницу, а заложницу. Второй. Локации. Все-таки, возможно, что-то она нам даст, какой-то баф, какое-то усиление. Надеюсь. Так, повышает скорость движения в начале боя. Атаки. Здоровье и урон. Вначале вот здесь у нас он, значит, скорость боя, движение, атаки, бросков, скорость бросков — это хорошо. Все обычные предметы в комнате. Так, вот у нас скорость удара 1,6, скорость броска 30, то есть всего лишь на 10 повышает, но он чувствуется, что он быстрее возвращается. Этот бьет быстрее. Артефакт. Бросайте очень быстро. Хороший артефакт. Он 36 на 18. На 3, на 16. Вот на 10 дает. То есть сейчас будет 46, если вместе взять. Стандартно. Нету врагов. Нам нужна заложница. Мы ищем ее.
Она может быть вот под этим камнем. Может под этим камнем. Слишком мало урона наносит. И так, преобразователь бутылки. Стражницу. То есть здесь специально даже сделано было так, чтобы я ее по-любому нашел. А это и не она. Блин, рано обрадовался. Рано. Устанавливать здоровье. Нет здесь прохода. Блин, обидно. Думала она. Дальше. Кстати, специально что-то написано. А нет, подземелье 3. Торговец. На него ключ не будем тратить. В принципе, здоровья не надо. Так, у тебя что? Деньги можно потратить. Что не произошло? О! Должен быть. Да. Призрачный соус. Что дает призрачный соус? Так, это у нас зелье. Вы становитесь невосприимчивым к огню и загораетесь. Защищает от физических ожогов, но не от эмоциональных. Так, мы можем эти-то поджигать, наверное. Так можно проходить вот эти секретные комнаты.
Золото хорошо. А выход. Обратно. Наверх. Неплохо, кстати. Даже больше заработали, чем в этих залах за 5 заходов. 4 за 4 захода. Так что надо фармить, наверное, здесь. Больше золота дают. Ну и комнат я больше оббегаю. Да и попроще тут. Реликвия. Ищет урон при убийстве врагов. Так, надо нам ключ. Вот. Возьмем. Второй еще выпал. Бомбу вернули. Похиляться. 300, 360. Еще два ключа. Надо все покупать. Здоровье и ключ. У вас равно 5 проклятий, снимает 5 проклятий. Восстанавливает здоровье. Наш. Thank you.
босс. Проклятие, нет. Там есть все равно 5 проклятий. Там будет одно или два. Так, здесь уже все нажато. То есть мы опять же стражницу мы здесь не нашли. Так, а если мы сейчас перепройдем, то есть мы сейчас зайдем опять к этому, который усыпляет, и переместимся опять в ту карту. Просто так вот проверить, золото возьмем. Ключ. Сейчас, если мы переместимся во вторую локацию. О. Некуда вас послать. Значит, так нельзя. Только после смерти. То есть вперед можно продвигаться, а назад нельзя. Ну ладно. Куда упадем? Этот артефакт на скорость атаки мне нравится. Вот этот звуковой удар. Не прям как-то побыстрее все. Так, возьмите еду с собой. С этим я даже не хочу пытаться сражаться. Вешают замедление и яд. У нас вот 5000. Теперь можно унести. Даст нам что-нибудь за 5000 предложит. Со скидкой. Иногда еда удваивается. Золото, есть еда. Нет. Еда удваиваться не надо. Бомбочки. Да, почти 1000 оставили. Вас друга. А, 65 дали. А раньше 50 давали. Вернули. Ну, босс.
босса все равно вряд ли мы пройдем. Там еще надо понять с этими четырьмя, как, что это делает. Вот уже делается. Не просто так они зажигаются. Артефактов наберем. Так долго. Так, на здоровье пока держится прилично. Возьмем ключ. Это у нас какой? Залы 2, значит, мы еще умрем не скоро. Здоровье. Я сбрасываю эти бомбы. Устанавливаю здоровье. Все. Там какая-то это золото выпадает непрерывно. В принципе, можно да взять. За одну бомбочку можно взять. Третий уровень, теперь он как бешеный летает. Сам собирается. Так, сундук. Преобразуйте свою реликвию. Положив любой предмет в эту жидкость, вы быстро превратите его во что-то знакомое, но совсем другое. Так, ну тут возьмите еду с собой, может быть.
Убить врага повышается урон. Годится. На босса, конечно, это не поможет. А так неплохо. Чуть восстановиться. 9000. Здесь вроде все покупаем, тратимся. Все равно денег полно. Наносите и получайте больше урона. Здоровье постепенно восстанавливается. Два ключа, бомба. Надо вроде зажигать. Расстояние радиус броска мы не повышали. Вот даже вот с этим вот ускорением при убийстве врагов. С вот этим ускорением, получается, мы успеваем горгулей убивать. 10500. 8400 унесем любому. Прокачаем урон броска. А если босса еще убьем? Хорошо. Блин, у нас настойка есть. Может быть, и убьем босса. Так, вот здесь, кстати, может быть. Нет. Подземки никакой нет. Так, чуть-чуть хп восстановить. Восстанавливать здоровье, ключ. Ключей 9 уже. Меняйте предметы.
что мы уже не будем тратить, у нас и так всего много. Я ничего не сделаю. А вот там снизу, а на этот проход туда. Так, сейчас мы сделаем настойку, выпьем одну, купим эту. Восстанавливается. Одну реликвию. Снижается урон от бросков, повышается урон от ударов. Нет. Нет, нет, нет. Это нам не годится. Если бы наоборот, я бы взял. Только бросками спасаемся. Только пауки. Ну, может, какой-нибудь предмет может выпустить. Там босс тот. Кстати, можем попробовать того пройти. Может, мы там тоже справимся. Но сначала лучше там попробовать. Стражниками. Или этого попробовать. Ладно, попробуем этого. Жаль, сохраниться тут нельзя. Так, зажигается 1, 2, 3, 4. Появляется он так. У него вроде как дотрагиваться можно. Бьет только. Бьет только рукой. Ауешет поэтому. По земле. Быстрее, быстрее. Один потух. Это, кстати, огонь. Можно огнем. Мне его поджигать все равно не надо. Так, сжигаю вот это. Нанес по мне урон. Теперь он это должен зажечь. Погасло.
Я погас. Проклятие повесено. Похилился. Так, вы получаете больше урона. Наношу почему-то по 8-9. А это потому что свет не горит. В темноте по нему урон проходит меньше. По нему урон не проходит. Попал. И, видимо, сейчас мы его тоже не пройдем. С лучами, с этими начнется. Вот эти вот от них как-то не убежать. Сначала летит за мной, потом уходит. А еще и урон наносит. Я думал, это только это проклятие. А, 9000 с собой унесли. Целых 9000. Две схемы собрали. То мы прокачаем, конечно, урон. Правильно, либо мешок из шкуры. 85 буду носить. Либо то и то взять. Мне лучше урон и еще раз урон, если он 1005 будет стоить. Да. Два раза урон. 40. Ну и все. И пойдем, наверное, также со второго. Второй заход.